Гео, по сегодняшнему дню расскажи вообще, как проходили твои предварительные бои? Я их убил всех. Реально, я их укокошил только так, шучу. Нет, с утра день начинался неплохо, я позавтракал, потом на зарядку пришел, и на зарядке я понял, что я очень крутой, и я сегодня всех порву. И у меня получилось это. Ничего же я так выражался? Нормально, выдержимся. И полуфинал, и финал, и поном ты... Я все схватки... Нет, кстати. С белорусами только отборолся полпобеды. Так все схватки я выиграл японами, да. Честно, я больше переживал за схватку в полуфинальной схватке, потому что там молодой грузин, неплохой, хороший парень, который на последних соревнованиях показывает довольно неплохой результат. Я переживал за это. С итальянцем какая-то была у меня не надежда, а уверенность в том, что я выиграю, но все равно переживал за что-то. Ну, ошибка. Вот если вот свою медаль, да, сравнивать с другими твоими многими достижениями, вот на какое место ее поставишь, потому что это все-таки... Каждая медаль это индивидуально, она нет, но у меня есть медали, которые мою жизнь меняли, не то что меняли, а поднимали настроение мне в жизни. Вот есть такие медали, это с чемпионата мира. А это из них, наверное. Ну, сегодня еще не знаю. Сейчас попозже посмотрим. Не завтра. Если сейчас оглядываться на вот, ну, как ты рассказывал, да, после Рио, не жалеешь ли все-таки, что продолжим? Все-таки настоял на том, вот сейчас уже держа медали. После Рио у меня еще не хуже 3 медали было, поэтому нет, я не жалею, потому что я знал, к чему я иду, чего я хочу. Жалеть буду, я бы жалел бы, если бы не сделал бы этого, не попав на Олимпийские игры в Токио. По рейтингу там все нормально, да. В принципе, ты проходишь, да. Какие дальнейшие старты? Сейчас чемпионат мира через месяц, полтора. Вот это единственное, что плохо, потому что столько соревнований подряд. Это 2 серьезных старта, это очень плохо. У нас чемпионат мира 21 августа, по-моему. Ну, в 20-х числах августа в Японии. Мы туда поедем, это один из главных стартов. Но, кстати, вот эти, да, соревнования были, я тоже думаю, что очень-очень важны, потому что это неплохие Олимпийские игры. Да, малые Олимпийские игры, и на которых мы добились успеха.